Большой привет! И с вами Настя. Это обзор LPS 2 выпуск. Как я говорила, в каждом обзоре я буду рассказывать вам об одном вкладыше LPS и о тех пэтах, которые шли вместе с ним. Как ни странно, в этом видео у нас один вкладыш и три пэта. Просто эти три пэта вот в одном вкладыше, я не стала все три доставать. Просто можно когда посмотреть в одном. Первый пэтик из этого вкладыша, который у меня появился, это такая кошечка, ее зовут Мэй-Мэй Ривз. Аксессуар, вот такие очки. Кстати, в первом выпуске с овечкой Сьюзи не было аксессуаров. Такая кошечка красивенькая. У нее снимается голова. И одевается. Вот такая кошечка. Потом идет вот такой вот Майкл, его зовут. Это гепард. Тормозной знак. Аксессуар секундомер. Наверное, учителем у меня будет работать. Тоже снимается голова. И одевается. Так. Это у нас Кисуня Шанель. У меня такие пироженки тут разные, мороженки. И у них снимается голова, ведь я не до конца все-таки обрезала ей. LPS. Давайте найдем их на вкладыши. Так. Давайте посмотрим. Ладно, пускай не хочет стать в лицевую сторону. Вот такой. У меня раньше были вот эти два, но я их обменяла обратно. Вот, кстати, наши. Тут больше никого нет. У меня, кстати, вот это есть, но ее здесь нету вкладыша. Перепутаны. Вот там. Так, и вот сам вкладыш. Вот, давайте посмотрим. А, я забыла, у меня есть еще вот этот пэт. Просто он у меня не отмечен, я как-то его забыла. Вот он. У него интересно фамилия Чо. Вот. У меня аксессуаров от него не было. Так. И это, кстати, хорек. Вот так. Это пэты с малютками. Так, вот наш чат. И вот наши две кисы. Мэй-Мэй Ривз и Сугар Спринтлес. Вот такой небольшой вкладыш. Так, складываем и убираем. Ну что ж, на этом мой обзор закончен. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых комментариев. Всем спасибо за просмотр. Пока.